Дистанция всего 3,5 метра, возраст участников от 9 месяцев до года и 7. Видно, прошли необычные соревнования – забег ползунков. Правила очень просты – нужно прийти, ну или доползти, как можно скорее. Они вместе все готовились, тренировались, даже сейчас семьи, мы видим, присутствуют здесь мама, папа, малыш. То есть они друг друга поддерживают, взаимодействуют. Вместо тренеров мамы, которые всеми силами подбадривают и как могут мотивируют своих малышей и малышек. Может, получается, не всегда милые карапузы и не думают никуда спешить, но здесь точно очень и очень весело. В нашем городе, ну, маловато таких для маленьких детей соревнований, поэтому это очень здорово, прям атмосфера такая детская, очень интересно. И победа действительно не главная, ведь для каждой женщины ее ребенок – маленький чемпион. Многодетная мама Ксения Гераськина признается, что материнство – это лучшее, что может случиться с женщиной. В них смысл жизни, это и есть наша жизнь. Она стала лучше, интересней, ярче, не скучно. Не скучно на этих соревнованиях и отцу семейства. Девочки большие умнички, организовать такой праздник, такое мероприятие впервые, и все очень классно, дети все довольны, счастливы. Такие состязания в Видном прошли впервые, и дебют удался. На этом семейном спортивном празднике царила особая атмосфера тепла и уюта, а еще доброты. На протяжении всего мероприятия шел благотворительный сбор для маленького видновчанина Филиппа Литвинова, страдающего онкологическим заболеванием. Чтобы ты скорее выздоровел. Такой ответственный момент. Поэтому все за тебя переживают. В завершении забега самые быстрые и ловкие карапузы получили свои первые в жизни медали. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.